Их пригласили в аэропорт, чтобы свои отпечатки цветных ладошек остались на куске ватмана. Эти листы потом выставят на аукцион и вырученные деньги отправят на лечение тяжелобольных детей. Таким образом собираются миллионы рублей на лечение детишек. Для города Сочи, где принята хартия «Я люблю Сочи», и одна из позиций – это как раз позиция милосердия. И доброта, и милосердие – это не случайные слова. И у нас много благотворительных акций. Благотворительную акцию проводили известные телеведущие Фёкла Толстая и двукратный олимпийский чемпион игр Алексей Воевода. Он и девятимесячный сочинец Саша Хомутников первыми приняли участие в сегодняшнем акции. Затем все дети, не без помощи взрослых, смогли одеть перчатки и разукрасить свои ладошки разноцветными красками. Мы с вами пока ждем, мы пока смотрим, чтобы нам досталось тоже спокойно все сделать. Одевай перчатки. Проект под названием «Добрые руки людей планеты Земля» впервые был реализован в 2007 году. За время существования акции в ней приняли участие сотни знаменитостей. Самая яркая идея фонда – рейс надежды. У нас прекрасный проект с Трансаэро, потому что у нас летает самолет тоже в ладошках, который называется «Рейс надежды». И на этом самолете волонтеры, стюардессы, они помимо своей основной работы еще рассказывают о фонде, рассказывают о детях, они всячески мотивируют пассажиров делать СМС или перевести денежку. За время существования фонда помощь получили около 7 тысяч больных детей. Теперь все, кто прилетает в Сочи, могут также не остаться равнодушными к спасению детских жизней. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.